Но ты просто сказал, что это очень удивительно. Я так для меня вот как раз вот это удивительно и было. Все понятно. Желательно все складывается по рассказу. Нет, я просто сейчас живу и себе представил, что он такие немножко мультипликационные половины. Это было бы идея. Но зато мы еще пока не дожили. А так только бабушки у нас сейчас.